Сегодня мы вместе отмечаем тысячелетие Бреста, одного из древнейших белорусских городов, который по праву считается перекрестком времен и народов. Летопись Бреста началась с повести временных лет. Она стала историей характера народа, закаленного в борьбе за право быть хозяином на своей земле. В родном городе, за который на протяжении веков боролись государства и народы. Именно здесь не раз решалась судьба всей Европы. Принимались судьбоносные вердикты, совершались подвиги. Мы никогда не забудем, как в 41-м самоотверженная оборона Брестской крепости сорвала планы быстрой победы фашистской Германии. И сегодня героическая цитадель стала символом подвига советского народа в Великой Отечественной войне, местом поклонения для неравнодушных людей со всего мира и прежде всего нашего, того огромного Отечества. Этот город был пионером во многих прогрессивных начинаниях. Первым на белорусской территории получил Магдебургское право. Здесь построили первую типографию, где была напечатана Брестская Библия. Отсюда родом первый белорусский космонавт и белая молния, олимпийская чемпионка. На Брестщине родилось немало знаменитых ученых, художников, музыкантов, а также политиков. Здесь была создана первая свободная экономическая зона. Она стала примером партнерского взаимодействия бизнеса и государства, примером успешной работы перспективных предприятий с высокой социальной ответственностью. Сегодня Брестщина является собой образец стабильного развития, от эффективного земледелия до высочайших технологий. Уважаемые друзья, я нередко привожу в пример наши западные регионы. С большим удовольствием бываю здесь, пусть и не так часто, как хотелось бы. С Брестщиной, как я уже сказал, у меня связаны особые воспоминания. Это мой родной город, и я приезжаю сюда, и вот даже сегодня подумал о том, что я приехал домой. Здесь прошла самая трудная, пожалуй, часть моей жизни. Но самое важное, без этого периода, без моей службы на последнем метре нашего Отечества, я вряд ли сегодня стоял бы в этой роли на этой сцене. Брест и сегодня открывает ворота в нашу красивую, сильную, миролюбивую страну, которая всегда радушно принимает гостей. Дорогие брестчане, именно нам с вами, современному поколению белорусов, выпала честь праздновать этот великий юбилей. Мы готовились к нему всей страной. Сегодня город встречает свой миллениум обновленным, еще более благоустроенным и красивым. Мы с вами шагнули сегодня во второе тысячелетие. Я обращаюсь ко всем, кто здесь родился, и всем, для кого Брест стал второй родиной. Вы действительно особенные, в полной мере обладающие нашими национальными достоинствами, талантливые, добросердечные, гостеприимные и особенно трудолюбивые, но еще больше предприимчивые и патриотичные. За минувшую тысячу лет ваши предки вписали в летопись Бреста немало героических страниц. Вам создавать историю будущего. В юбилейный год вы показали свою настоящую любовь к родному городу не на словах, а на деле. Она выражена в уюте, в красоте, которую вы создали за последние, можно сказать, 3 года вашими руками, в искреннем стремлении внести свой вклад в благоустройство улиц, парков, дворов. В этот торжественный день я желаю вам сохранить уникальную атмосферу нашего Бреста, стремление к прогрессу, умение трудиться на благо своего города и всей нашей Беларуси. Передать эти ценности своим детям, научить их также любить малую родину и сберечь лучшие традиции на многие века вперед. И пусть
ангел-хранитель, которого вы подарили городу в честь этого замечательного юбилея, защищает прошлое, настоящее, будущее, хранит каждого из нас. В такой знаменательный день примите еще один дар, достойный такой великой даты. Это экземпляр Брестской Библии, той Библии, о которой я говорил, отпечатанной здесь почти 500 лет назад, в год Малой Родины. Эта вечно живая книга возвращается к себе домой. Наши предки считали, что город, в котором издавалась Библия, находится под особой защитой небес. Его никогда не смогут сокрушить ни время, ни люди. И, преподнося вам этот дар, я помню, что это стало возможным, в том числе благодаря вашим предпринимателям, которые за собственные деньги приобрели и привезли на родину этот великий подарок. Пусть Брест и дальше процветает, развивается, восхищает гостей и брестчан.